Какого черта ты здесь делаешь? Котик, скажи мне, сколько ты хочешь за... Мы обсудим. Отдай отцу, он знает, что с этим делать. $1 000 000. Я бы хотела обналичить чек. Хорошо, я отведу тебя к мистеру Биттерману. Так, так. Мистер Куигли дал этот чек. Да, он. Он. Ты работаешь на Куигли? Нет, он на меня наехал. Блестяще. Хочешь купюры покрупнее? Среднего размера тоже подойдет. Среднего размера. Остроумно. Положи рюкзак на стол. Надеюсь, ты знаешь, что надо делать. Знаю. Передай Куигли, что он, как всегда, оригинален. Хорошо, иди. Чем могу служить, сэр? Я Джуз. Меня прислал Куигли. Подожди. Тебя прислал Куигли? Совершенно верно. А как же ребенок? Какой ребенок? Мальчик. С рюкзаком. Слушай, парень, я уже устал. Если ты не дашь мне деньги по этому чеку, я подряпаю тебе голову. Мальчик с рюкзаком. Мальчик с рюкзаком. С рюкзаком. С рюкзаком, черт! О, боже! Мы продаем Hillside. Звоните Бетти Джей.